губернатора. Благодарю вас. Владыка, интересно. А нет. Родителю Челуко. Святитель Отче наш Луко, великий угодничий Христов, с умилением преклонши колено сердец наших и припадая краце честных и многоцелебных мощей Твоих, якоже чадо Отца, молим Тебя всеусердно, услыши нас грешных и принеси молитву нашу к милостивому человеколюбцу Богу, Ему же Ты ныне в радости святых и слики ангел предстоиши. Веруем бы, яко Ты любишь, и не тою же любовью, ею же вся ближняя возлюбил еси, пребывая на земли. И спроси у Христа, Бога нашего, да утвердит во святей своей православной церкви дух правой веры и благочестия, пастырем я даст святую ревность и попечение о спасении веренных им людей, правоверующие соблюдати, слабые и немощные в вере укрепляти, неведующие наставляти, противные обличати, всем нам подай дар, коим муж да благопотребен, и всей же к жизни времени и к вечному спасению полезная, городов наших утверждения, земли плодоносия, от глады и пагубы избавления, скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращения, родителям благословения, чадом в страсти Господне воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление. Подашь нам всем Твое архипасторское святое благословение, да Тобой осеняями избавимся от козни лукавого и избегнем всякие вражды и нестроения, ересей и расколов. Даруй нам богоугодно прийти поприще временной жизни, настави нас на путь ведущий вселения праведных, избави нас воздушных мытарств и моли о нас всесильного Бога, да в вечной жизни с Тобою непрестанно славим Отца и Сына и Святаго Духа, Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, матушки игумени, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую и выражаю особую радость в связи с возможностью вновь войти под своды сего святого храма, увидеть его после всех работ, которые начались в далеком 1996 году и завершились через 22 года в году нынешнем.
радуюсь и тому, что имел возможность принести сюда великую святыню земли нашей, частицу мощей святителя Луки, который, будучи врачом в его земной жизни, очень многих спасал от смерти, был выдающимся хирургом, замечательным ученым и человеком глубокой веры, принявшим священный сан, ставший в конце архиепископом и послуживший много укреплению веры православной в нашем народе. Святые мощи святителя Луки путешествуют по нашей стране, собирая тысячи и тысячи и тысячи людей. И народ идет не случайно, потому что приносит к всемоугоднику Божию свои мольбы об исцелении недугов личных и своих родных, близких. И святой угодник по мере нашей веры отвечает нам и приносит исцеление душевное и телесное. Его молитвами да укрепит Господь и веру жителей града всего нашего Калининграда, Отечества нашего, да укрепит здравие не только физическое, но и духовное, потому что от духовной силы народа зависит благополучие всей страны. Да благословит Господь вас, мои дорогие, всех жителей Калининграда, Калининградской области, и да хранит вас всех в добром здравии на долгие и многие благое лето. Храни вас Господь.